Цветы девушки. О, классно. А какие цветы? Тюльпаны любит. Надо сначала проникнуться вообще, узнать их желания, что они хотят, а потом уже подстраиваться под каждого. Ну, дарить буду обязательно всем своим женщинам. А цветы будете дарить? Ну да. Какие, если не секрет? Ну, классика, наверное. Тюльпаны? Да. Почему именно тюльпаны выбираете? Ну, какой-то символ весны. Я люблю белые розы. А что будете дарить, может быть, мамам, там, бабушкам, родственникам? Я хочу подарить цветы, хочу сказать добрые слова, которые, может быть, удерживала в течение года, а их надо говорить. Все люблю. А в преддверии 8 марта какой бы подарок хотели получить? Или не подарок, а, может быть, внимание близких, родных? Ну, главное, чтобы они все здоровы были, радовали меня, все. Класс. А подарки любые от них приму с удовольствием. Скоро 8 марта, а какой бы вы подарок хотели получить? Подарок? Чтобы дети мои пришли ко мне. И внуки, и правнуки.